слышала, когда она ложилась. Всем приветики, кстати. Я слышала, когда она ложилась, вся такая что-то холодная, мне под бок залезла. Посмотрела я на часы 1:30. Ну, не стала уже с ней заговаривать. Думаю, сейчас разговорюсь, потом разбужусь. И пускай спит, сейчас пойду к маме схожу. Закончу, приду баклажаны. Начало процесса я показывала вчера, во вчерашнем видео. Вот они. Сегодня мне осталось минут 25-30 их прокипятить, добавить уксус и закатать по банкам. Очень люблю эти баклажаны. Называется тёщин язык. И здесь у меня на пару баночек небольших сливового варенья. Тоже сегодня закипячу и закручу. А где у нас киска-лиска? Киска-лиска у нас мастер маскировки. Попробуй отыщи. Сначала голова торчала, потом киска-лиска поняла, что можно замуроваться поглубже. И она замуровалась. А попа-то торчит. Ага, уже не торчит, скажи. Уже голова вместо попы. А вот здесь и попка. Вот здесь теперь я тебя нашла. Я тебя нашла, моя такая холдосечка. Лапкой тукает, но ноготки не выпускает. Скажи, я просто тебя отпугиваю от себя, от своей норки. Да? Ладно, все, я тебе помогу спрятаться. Вот так вот. Привет, Решка. Я уже ухожу. Подожди, скоро вернусь. Позавтракаем вместе. Все, я дома. Решки нет, сидит Решкин муж. Только не знаю, кто из них двоих. Потому что что ты на меня так смотришь? Просто очень похоже. Ждем Решку. Ждем Решку, тогда покормлю. Сейчас позавтракаю, намажу, хочу покрасить корни. И потом займусь баклажанами. Но сейчас хочу до баклажан немножко перебраться в этом ящике. Я вам сейчас покажу Лорика шкафчики. И хочу сказать, что мои шкафчики и Лорика шкафчики практически не отличаются наполненностью. Да, не то, что у моих родителей, у которых ветер гуляет на полочках. Смотрим Лорика шкафчики. Шкафчик у Ларисы. То же самое. Всего до хрена. Все надо. Естественно. Так, следующий шкафчик. Там бутылочки у нее всякие. И крайний шкафчик, как у меня. Ну, я тоже нифига не. Не идеал, да, правильно. Лариса... То же самое до хрена всего. Лариса слова не могла. Потому что кухни маленькие, некуда складывать у нас. Это все правильно. Так что так, сейчас наведу здесь шкафчику. Потом на днях наведу еще здесь, в шкафчику. Ну что, наведу, переставлю, может быть, я что-то пересыплю, место прибавится. Ну что, перебрала, зрительно практически ничего не изменилось. Ну, протерла пыль, что-то немножко передвинула, один флакончик выкинула. Вот, ну и все, и так же осталось. Ничего лишнего здесь я не нашла. Киска-лиска задремала, пока я завтракала, прилетела Решка. Я же тебе обещала, что будем завтракать вместе, да? Ты прилетела, сейчас насыплю. А вот это уже точно муж, потому что тот улетел второй, а этот сидит с Решкой. Настерилизовала банки, настерилизовала крышки. Опять же, все делаю на глаз и посмотрим, хватит мне этого на вот этот вот объем или не хватит. А за мной наблюдают, а за мной следят. Носом по ветру водят. Процесс идет, показываю промежуточный результат. У меня получилось 4 банки. У меня осталось вот столько начинки баклажан. И осталось 2 баночки. По окончанию посмотрим, сработает моя тютелька. Лиска прилетела. Или не сработает. Ну что же, тютелька сегодня сработала не до конца. Для тех, кто не знает, кто новенький, я объясню. Тютелька в тютельку, но я для себя это называю тютелька. У меня срабатывает очень часто. То есть я что-то готовлю, приготовила столько-то банок, столько-то там варенья, мне все вошло в банке, даже ни ложки не остается на еду. Ну, короче, часто у меня все получается на глаз и просто идеально четко. Сегодня тютелька
на удивление не сработало. Такое бывает нечасто. На самом деле, часто бывает тютелька, чем часто бывает не тютелька. Короче, сейчас сама себя запутаю, вас всех запутаю. И я очень рада, что сегодня у меня это дело не сработало, потому что у меня на еду есть баклажанчики. А то так бывает обидно, заливаешь там по банкам или что-то делаешь, или икру грибную раскладываешь. Думаешь, ну, сейчас останется ложечка, я съем. Ничего подобного, все зашло по банкам, ничего не остается. А в этот раз вот я прям так хотела, чтобы остались баклажаны, и они у меня остались. Это будет на еду. Как раз попробую, что у меня получилось. Закрываю первый раз по такому рецепту, но пробовала уже этот рецепт. Это клабунья, уже говорила, с Воронежской области, с Нижнего Якорца. Витина жена угощала мне несколько раз, и в этом году я просто перефотографировала рецепт. В прошлом видео, кому интересно, тоже еще раз повторюсь, можете зайти и посмотреть. Ну, те, кто любит баклажаны, кому это интересно. Так что так вот. Дальше что я буду делать? Я закатаю сливы. И вчера тоже, кто был вчера на моих видео, я говорила, показывала. Я не знаю, вчера или позавчера, у меня много было наснято, я не знаю, когда это выпустила, потому что я еще ничего не выпустила, только буду монтировать. Вот, я купила в ленте огурцы по 20 рублей, вот эта вот упаковочка, там, по-моему, 400 грамм, для Мурманска это вообще очень дешево, так они стоят. Короче, 80 рублей на них скидка, 100 с чем-то рублей они стоят. И я хочу их закрыть типа бочковыми и поставить в холодильник. У нас два холодильника, ну, в ведрах или в банках, и запихать в холодильник. Там их не так уж и много. 14 упаковок я купила. Вот такая сумка увесистая получилась. Вот, я хочу почитать, как это лучше сделать. У меня все есть, и сушеный, немножко листья хрена есть. Кстати, мне сон снился, что у меня их мало, но мне их на самом деле мало. Я где-то там пыталась стырить листья хрена. Вот, укропчик тоже должен быть. Короче, все должно быть у меня сушеного на консервацию. И будем этим заниматься. Ну, а после я уже голову намазала в корни. Хожу вот такая вот, вся вот такая. Сейчас смывать скоро пойду. Короче, несколько дел одновременно. Я тем временем притащила огурцы. Ой, сколько! Три уровня свежести, хрустящие, сочные, идеальные для салатов. Ты меня сейчас Соня спросила, как шиншилла особенно агрессивная. Ты с утра с Соней уже, ну вернее уже не утро, время 11. Короче, я пока сейчас эти огурцы замочу в водичке, пусть они постоят, а потом займусь ими. Так обычно делаю, знаете, какие все хорошие. Ну что, ты выспалась, няшная дуняшность? У меня болит горло, и я хочу чихнуть. Ну, как обычно, у тебя с утра все заложено, и горло, и нос. Сейчас линзы будет вытаскивать ночные, после которых она днем хорошо видит. Ой, бедный ребенок. Сейчас что-то свалится у тебя. Достается тебе по жизни. То одна болячка, то другая. Сейчас, Дуняш, пораснешься немножко, пораснешься. И сразу у тебя улетела линза, не? Нет. Сразу тебя в душ запихаем с утра. Я уже, вот, чтобы ты у меня уже с утра была чистая, пушистая. Как Лизка. Лизка уже сто раз намылась и напушистилась, да? Девочка моя хорошая. Замочила огурчики. Здесь у меня 14 пачек по 450 грамм. Алиса, сколько будет 14 умножить на 454? О, на 450. По вашему запросу ничего не нашлось. Запутала Алису. Алиса, сколько будет 14 умножить на 450? 6300. Короче, 6 килограмм, 300 грамм вот здесь вот у меня огурцов. И что, они соленые или маринованные? Пока они свежие, но скоро будут соленые. У меня опять хернёвы. Ой, у меня аж слюнки потекли. Да что, ты придешь кушать? Нет, спасибо, я не голодна. А вы любите варенье? Люблю, а ты любишь? У меня есть, приходи. К вам это куда? Ко мне это в Мурманск. Я в Мурманске не была и не хочу. А вы любите путешествовать? Не хочешь ко мне в гости, не хочу с тобой разговаривать. Сиди в своей коробке и не умничай. Это как я готовила. Короче, Дуня ночью готовила омлет, у нее жор... Медомлет. Медомлет это называется. У нее напал жор. И что-то тут пыталась снимать себя. Ну-ка, покажи. Я после 20 неадекватная, поэтому я знала, что... Тише, что ты там говоришь? Я не умею жрать, поэтому подручные средства оставлю.
Так. Что тут у меня на холодильнике? Яйца нашла. Водичка. Так, моет яйцо. Кладет. Плиту я типа поставила, у меня еще есть. Красненький, еще надеюсь, что Ленка не проснется. Хотя, в принципе, время 0:30. 0:30, а Дуня жарит яйца. Лена, да. Из этого времени в будущее. Привет! Привет, привет! Привет, будущее! Чаепитие? Чаепитие, немножко порядок на столе навела, этот бардачок у нее был, когда я ложилась. Я сама себе сказала. Гранулы для животных. Где масло у нее? И тут начинается поиск. Я не знаю, где масло. А в масло ты растительное добавляешь? Да. Я нашла его. Ты нашла его? Это не смешно уже. Вообще ни хрена не смешно. Ленка, если встанешь, то скажи мне, где масло. Ладно. Я-то реально не знаю, где масло. Может, в холодильнике? Вот сливочное лежит. Его на полочке. Я сказала, типа, Лена еще не такая шабанутая. Но оно будет невкусное. Сейчас буду искать в ящиках. Я говорила, на воде могу. Понятно. У меня, конечно, шок. Да, тут вроде масличка должно быть. Его нету. Я могу на воде пожарить, но это будет невкусно. Я могу на воде пожарить. Вижу масло, Лена. Куда ты масло деваешь? Куда ты масло деваешь? Масло на своем месте. Ура! Вкусности. Ленка прячет от меня вкусность, и там плохо слышно. Потому что я дохрена доела. Так, вот яйцо, и я сейчас, наверное, не просто яйцо делаю, еще колбаски туда порежу. Я еле как нашла ее. Колбаса тоже на нижней полке была. Я ее нашла. На год мне такой хватает на день, а то и меньше. Нервно проверяю, чтобы Ленка спала. Нервно проверяю. Сейчас пытаюсь, короче, аккуратно порезать колбасу. И на себя резать. От себя надо резать. Моет колбасу, потому что она была на полу. Сейчас глобу был в миске, все это мешало. Я сейчас думала, не надо. Не, помню, что это было. Да, но я сейчас долго думала, как плиту включать. Короче, ты тебе говорил, что я еле разобралась. Дальше не было. Но я очень вкусно поела. Слушай, ну прикольно. Короче, ты колбасу смешала с яйцами, с молоком. И дофига молока добавила. И со сковородки. Потому что, знаешь, что я ее не просто сняла вот так, а я ее типа вот так. Ну, разболтала. Лопаткой. Так, ты таблетку выпила от аллергии? Все. А еще угадай, что я нашла вчера, когда искала Лину. Ну, чего, компотик у меня кипит. Ты же сказала, ты не взяла ее с собой. Я думала, что не взяла. Ну, вот у тебя сумка, как у обычной женщины. Там что только нету и ничего не найдешь. Дуня уже у нас чистая. Помытая. Помытая. Сегодня сказала, сама себе завтрак будет делать. Да. Так, яйца в другом холодильнике. Или тут осталось? Тебе одного хватит? Да, хватит нет. Одного, еще принести? Сейчас два принесу. Выдают. Давай. Только так, чтобы на пол ничего не падало. Ну, это вот когда Дуня у меня в гостях, на столе у нас обычно вот так и бывает. Сама такая. Угу. На полу еще там что? Ладно, не буду показывать, потом Дуня подметит. Короче, Дуня сказала, что это ее любимый нож, потому что он ей не дал остаться вчера голодной. Я его чуть не разбила. Ну... Так, дальше процесс. Резать колбасу будешь? Да. Опять на руках? А, сегодня у тебя доска есть. Вчера она доску не нашла, вот там две доски торчит, а она вчера не нашла доску, вернее, ночью. Да, поэтому ну, сонных глаз, понятно, сонных глаз ничего не найдется. Так, той стороной хоть режешь. Нормально. Пили, лишь бы все. Там внутри все перемешается, ребята разберутся, что к чему. Да. Да. Все, короче, колбаса у нас на сегодня закончена, потому что вчера я этой колбасы обожраться, я даже соль не добавила. Потому что я обожраться колбасы. Это моя кушечка. Кушечка тоже кушает.
Ну, Дуня, ты уже теперь точно не пропадешь. Можешь сама себе еду приготовить. Короче, дальше режем кубика. Кубика Рубика. Режешь ровно. Да ты первый раз у меня готовишь. Дома-то ты можешь. Дома она и выпекает, и безе всякие, зефирки. Я помню, давай дадим кошечке. Правда, я редко даю колбаску, но иногда можно побаловать. Такую она ест, это белорусская колбасень докторская. И дальше тоже кубика. Рубика режем. Ленин. Что? А ты когда последний раз кормить шиншилла? Шиншилла каждый день я кормить. Да? Да. Не то, что аксолотль через день. Аксолотль вообще раз-два дня нужно кормить. Оба, кошке повезло. Еще у меня вчера ничего не падало. А вчера у тебя вообще кусок колбасы упал, ты его мыла, я видела. Целиковый причем. Да, я такая, опа, чего? Я очень удивилась. Очень удивилась, что у тебя кусок колбасы упал. Да, я такая, лишь бы Ленка не проснулась. И ты бы такая, ты что делаешь? Я кушаю. Короче, дальше мы тоже добавляем. Если что, я все тогда добавляла на глаз. А еще, по-моему, лучше делать вот так. Соль не добавляешь? Нет, колбаса и так соль убираешь. Ну, вот такие вещи я тоже люблю, омлетики. Это не домлет, потому что я не умею омлет готовить. Не домлет, хорошо, да. Я не умею омлет. Да полуомлет. Я потом... буквально щепотку соли я вчера добавила, я помню. Хоть что-то я помню. Ну, теперь сначала на сковородку... Теперь главное плиту включить. Разогреть, а потом нет, выливать. Нет, я не разогревала ее. Короче, выглядит это вот так вот. И очень зверенько, да. Кстати, у меня зарядка для камеры осталась в машине. Надо будет мне сходить попозже, пока есть еще зарядка. Я теперь разнесу всю квартиру. Из-за той бабки, которая... Дуня все возмущается, что ее вчера не пустили к дедушке в больницу. Она так хотела к нему попасть. Это моя любимая, она меня вчера от голода не спасла. Я армянская жена того самого турецкого сериала «Скворцовый». Армянская жена турецкого сериала. Армянина. Армянчика. Короче, ладно, тихо, камеру не струси меня, я пошла там всякую белье. Так вот, телепузики, мы теперь жарим эту штуку. Еще хвастаюсь, у меня есть вкусный чай, я научилась заваривать. Реально вкусный. Алиса, баса, я вижу, что не знаю, не знаю, не знаю. Вы поняли телепузики. Интересно, это соль или сахар? Я попробую, это не похоже на соль. Это мелкая соль. Да. Это мелкая соль, ты попробовала? Я не поняла, да? Вот смотри, пузырик. Ну, учите меня всему тому, что у вас дома есть, а то я помру с голода. Ну, научить, где что лежит, да? Да, и гречка. Гречка, где лежит, я умею варить гречка. Гречка. 20 минут больше воды, чем гречка. В 2 раза. Что, я все знаю? Молодец. Варить 20 минут до готовности, еще дать постоять минут 10, чтобы она набухалась. Набухалась? И зачем тебе пьяная гречка? Я ее Колей назову. Коля не пьет редко. Да? Да. А то, что его уже вторую неделю дома нет. Это не говорит о том, что он уехал на эту неделю бухать в лес. Короче, гречка бухает. И мы ее едим кушать. Так, я сегодня белье развешу или нет? Попробуй, это лишь тварь. Короче, Дуня решила на мне испытать, да попробую. А сама смотрит, упаду ли я без чувств. Нет, Дунька, вкусная, правда. Она такая воздушная-воздушная. Ага. Угу. И соли достаточно, прям... Обалденная. Классно, правда. Нет, без всяких это. Без всякой лести. Кушай теперь ты.
Это Дунина первая гречка. Это крабовая палочка, колбаса. Ну так там выглядит. Масло, огурчики. Огурчики еще она вкусная, украсила. Кстати. Так, я закрываю варенье. Быстренько покажу. С вареньем тютелька сработала от и до. У меня получилась вот эта вот баночка полнюхонькая. Сейчас я закатаю. А, вот, гречку покатала. И да, и вот эта вот баночка тоже полнёхонькая, то есть две банки, которые я приготовила, я их полностью наполнила, и ничего не осталось. Полюбуйтесь на эту кошку и полюбуйтесь на эту штору. Она у нас уже давно не лазит по шторам с маленького возраста, но тут она каким-то образом, что она делала, может, муху ловила. Ну, короче, она сняла штору, сейчас Лена полезет вешать. Да? Кошака-наблюдака, а? Кошака-бандюгака.